Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.на. Давайте выполним упражнение номер 1 на странице 81 учебника математики для 2 класса автора Дорофеева. На модели пирамиды покажи ее грани, ребра и вершины. Какими словами или числами надо заполнить пропуски? Итак, давайте посмотрим. Посмотрим, где у нас находятся грани. Грань у нас вот одна, вторая. Третья там не видна, и четвертая ребра. Это вот эти вот черные линии. И вершины у нас вот. Итак, давайте посмотрим. У треугольной пирамиды все грани треугольники. Треугольные. У нее сколько вершин? Давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4. 4 вершины. Грани. 1, 2, 3, 4. 4 грани. Ребра. 1, 2, 3, 4, 5. И с обратной стороны еще одна 6. 6 ребер. Сколько ребер сходится в одной вершине треугольной пирамиды? 1, 2, 3. 3 ребра. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии.